a season of restoration. Матфея, 24 глава. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Нас ждет величайшее Божие движение, потому что Бог сам сказал в книге Аввакума, что земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Я хочу сказать, что этому не помешает никакой ковид, никакой политик, никакой антихрист и никакое правительство, потому что у Бога все под контролем. Иисус сказал, «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». Скажите на это аминь. Поэтому мы сегодня не будем сидеть тихо или петь песенки. Пора активировать церковь с помощью огня, целей и предназначения. Я хочу прочитать тот же отрывок в переводе «Страсть». Там сказано «грех беззакония будет настолько увеличиваться». Речь идет не просто о грехе. Как я уже говорил, во времена Содома и Гоморры уровень греха был очень высоким. Из первой главы послания Павла к римлянам мы понимаем, что в то время творилось в Риме. Грех Рима был таким большим, и в нем происходили такие отвратительные вещи, что этот великий город можно было учуять по запаху за много миль. В те дни процветала зоофилия. Поэтому не думайте, что сейчас грех стал хуже. Тут речь о духе беззакония, духе, который против Бога и против Его вещей. Далее сказано, что из-за этого те, чьи сердца когда-то горели страстью к Богу и другим, остынут. То есть, те, кто когда-то горел для Бога, остынут. За время этого ковида многие люди остыли. Хотя не мы начали этот ковид, мы не можем позволить ему определять наш уровень хвалы и поклонения. Мы не можем ему позволить диктовать нам, как мы будем поклоняться Богу и служить Ему. Аминь. Но крепко держите свою надежду до конца, и вы испытаете жизнь и избавление. Тем не менее, через все это благая весть о Царстве Небесном будет провозглашена по всему миру. Мы не можем позволить, чтобы вся эта ситуация загнала нас в угол и сделала нас смирными христианами, ждущими вознесения Церкви. Мы рождены свыше с заданием небес. Послушайте, Бог выбрал вас для этого времени. Я понимаю, что многие из вас, молодые люди, пережили большие разочарования. Я знаю, что многие из вас занимались каким-то спортом, кто-то был старостой, а кто-то президентом класса, а все изменилось. Однако не переживайте, потому что после школы жизнь продолжается. Вас ожидает великая судьба, и вам нужно понять, что бы ни подкидывало вам жизнь, ваша главная цель на этой земле — представлять Бога и служить Ему. Не потеряйте себя в этот период. Многим из вас нужно бежать обратно к Богу. Многих из вас снова затянул мир. А вот почему вам важно вернуться к Богу, чтобы вы снова горели для Бога. Скажите «огонь» во имя Иисуса. Тем не менее, через все это благая весть о Царстве Небесном будет провозглашена по всему миру. Посмотрите только, сколько дверей Бог открыл перед нами во время этой пандемии. Мы планируем большую конференцию. Вернее, один телеканал планирует конференцию в Сталинграде с моим участием. Я буду проповедовать сотням тысяч людей в России. Вы могли бы такое представить? Во время этого локдауна Бог открыл нам двери в Россию, а сейчас Бог открыл нам двери в Индию и Пакистан. Воздайте Богу хвалу за это. Как видите, Бога не унять. Вы не можете остановить Его помазание, движение Его царства, Его пробуждение. Бог сильнее дьявола. Самое время прославить Его во имя Иисуса. Итак, Библия говорит, что Евангелие будет проповедано по всему миру. Благая весть о Царстве Небесном будет провозглашена по всему миру.
Она предоставит каждой стране демонстрацию реальности Бога, и после этого наступит конец этого века. Во-первых, будет великое пробуждение. Я не хочу его пропустить. Аминь. Я не хочу сидеть на скамье запасных или спать. Я хочу быть готовым. Я хочу нести огонь. Я хочу творить историю. Хочу быть стрелой в Божьих руках. Хочу менять мир. Когда пришел Иисус, Он пришел крестить вас огнем. Это именно то, что нужно миру. Многие люди говорят на иных языках, но у них нет огня. Давайте сегодня поговорим об этом огне. Что этот огонь делает? Как он меняет вас, когда прикасается к вашей жизни? Многие люди говорят об Иисусе, но это ничего не меняет. Не меняются даже их мысли. Они не могут вылезти из постели в воскресенье, чтобы прийти в церковь. Иисус вышел из могилы, они не могут встать с кровати. Очень сильные христиане, не так ли? У Матфея в 3 главе сказано: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за Мною сильнее Меня, я не достоин понести его обувь». Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Духом Святым и огнем. Итак, есть много людей, переживших прикосновение Бога. Они рождены свыше, говорят на языках, но не имеют огня. Я считаю, что это два разных переживания, иначе там не было бы сказано «Святым Духом и огнем». У многих людей нет силы, хотя суть христианства в силе. Это сила над грехом, над поражением и над негативом. Когда огонь Божий прикасается к вам, он не оставляет вас таким, каким вы были. Огонь Божий сжигает что-то внутри вас, а также зажигает что-то внутри вас. Это значит, что вы не можете быть сильным, эффективным христианином без крещения огнем. Услышьте меня, это не просто какая-то идея. В детстве нас учили заучивать Библию наизусть. Я хорошо помню, что во втором послании к Тимофею сказано, что последнее время будет нелегким. Затем идет целый перечень того, какими станут люди. Они будут предавать Бога и презирать хорошие вещи. А в 5 стихе сказано, что церковь будет без силы и власти. Церковь будет иметь форму благочестия, но от силы Божией отречется. Когда приходит Бог, все меняется. Вы не остаетесь прежними. Когда Иисус прикасается к вам, вы больше не можете оставаться тем зависимым и пораженным человеком. Когда Иисус прикасается к вам, цепи падают и зависимости оставляют вас. Когда Иисус прикасается к вам, ваше разбитое сердце исцеляется. Когда Иисус прикасается к вам, даже если вы такой, как бесноватый изгадарин, вскоре вы будете в здравом уме. Вы придете в себя, приведете себя в порядок, и ваша жизнь изменится во славу Божию. Представляете, из маньяков, проповедники Евангелия, я знаю людей, которые принимали спасение и никогда не ходили в церковь. Если бы вы сказали мне, когда я был в колледже, ну да, я учился в колледже, когда я и подумать не мог, что стану проповедником. В этом нет ничего плохого. Я лишь говорю, что в юности я был бунтарем, который не жил для Бога и не ходил в церковь. Помню, как однажды я напился сильно. Вы знаете, что пьяные говорят правду, не так ли? Дети и пьяные. Поэтому Библия говорит: «Упивайтесь Духом Святым». Так мы сможем услышать правду небес, вечную правду. Я сказал, однажды я стану проповедником. Я сам себе пророчествовал. И это не все. Оказывается, моя бабушка с папиной стороны, у которой было 7 дочерей, пообещала Богу: «Если у меня будет сын, то я отдам его тебе, как это сделала Анна». Мой отец изучал теологию, но и бизнес тоже. И когда я впервые услышал, что мой отец так и не исполнил данное бабушкой обещание, я каким-то образом понял: да, есть вещи, которые вы просто знаете. Вы можете бежать от них, как и он. Вы можете купить лодку или нанять корабль. Но вы не сможете убежать от Бога и от Его призвания. Вы можете сказать, как Петр: «Я возвращаюсь к рыбалке». Но знаете, что Бог придет к вам.
Он вас не оставит. Он зажжет огонь в вашем сердце. Вот почему вы здесь сегодня. Вас не устраивает то, где вы сейчас. Вас не устраивает такое положение вещей. Вас не устраивает такая жизнь. Вы хотите чего-то больше. И вы найдете то, что ищете в лице Иисуса Христа, потому что то, что предлагает этот мир, не принесет вам удовлетворения. Только одна личность может удовлетворить желание и жажду вашего сердца. Ее имя Иисус Христос. Он все еще хлеб жизни и манна небесная. И как только вы попробуете его, вас больше не устроит ничто другое. Если вы пережили прикосновение Иисуса, скачите на ноги и воздайте ему громкую хвалу за его любовь и за то, что ваше имя записано в книге жизни. Сейчас самое время принести ему жертву хвалы. А затем сказано, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. То есть, есть вещи, которые должны уйти. Это не обязательно что-то большое. Это может быть что-то или кто-то. Вы знаете, что это должно уйти. Кто-то может поднять руку и сказать на это «Аминь». О, ну вот это было как-то так. Вы сами знаете, что это. Депрессия, или злость, обида, или непрощение, привычка, или что-то там еще, что мешает вам, что Бог хотел бы убрать из вашей жизни. Если вам нужно, чтобы нечто ушло из вашей жизни, тогда вы должны взывать к Нему, чтобы Бог сделал это. Первое требование для изменений — это честность и прозрачность. Когда вы говорите, Иисус, «Мне нужно, чтобы ты сделал что-то в моей жизни. Меня не устраивает такое положение вещей, ваше старое. И я привел вас в то положение, в котором вы сегодня. Поэтому я думаю, вам нужно что-то новое. Возможно, вы не в грехе, но вы успокоились, стали теплыми и апатичными. Может, даже посредственными». Вы утратили смелость и свое рвение. Поверьте, миру не нужна нерешительная церковь. Вовсе нет. Миру не нужны христиане, которые одной ногой в церкви, а другой в миру. Миру не нужны христиане без убеждений. Миру нужны горящие христиане, такие как Сидрах, Месах и Абеднаго, люди, которые не склонятся перед идолом Навуходоносора, такие молодые и симпатичные люди, как вы, которые отдались Богу, которые пережили огонь Божий и готовы радикально действовать ради Христа. Они не склонятся под давлением этого мира и под ложью этого вируса. Они понимают, что люди идут в ад, и с этим нужно что-то делать. Я буду проповедовать громко в школе, в университете. Я буду громко проповедовать моим пациентам, моим клиентам, потому что единственное, что я могу забрать на небо, это люди. Больше ничего вы не можете взять с собой в вечность. Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих, переводе послание. Здесь Иисус говорит, «Я пришел начать огонь на этой земле». Это именно то, что Иисус сделал за 3,5 года. Он изменил мир. Он изменил весь тогдашний мир без каких-либо технологий всего за 3,5 года. Многие думают, что до возвращения Иисуса осталось много времени. Но его может быть не так уж и много. Умейте распознавать знамения. Если Иисус тогда смог изменить весь мир за 3,5 года, то представьте, сколько времени понадобится сейчас.
Если ковид смог закрыть весь мир меньше, чем за 2 месяца, не говорите мне, что сатана сильнее Бога. Возможно, у вас нет столько времени, сколько вы думаете. И, возможно, стоит ступить 2 ногами в Царство Божие. Возможно, пора уже слезть с забора и перестать бегать за противоположным полом или за толпой. Или за сплетниками, или за богохульниками, за теми, кто крадет ваш огонь. Если вы посмотрите на знамение времени и увидите, что происходит по всему миру, а также увидите, как начнется правление Антихриста, я служу уже 34 года, но я еще никогда такого не говорил. Я считаю, что мир очень быстро меняется. Первые 3,5 года правления Антихриста, об этом сказано в книге Даниила, которую мы начнем изучать через несколько месяцев. И в книге Откровения, и там вы увидите, что в начале Антихрист придет как человек мира. Он не будет сразу же выступать против Бога. Он не придет с войной. Он придет с отвлекающим маневром, со словами о мире и безопасности. Ой-ой-ой, мир в безопасности. Это и будет объявлением начала его правления. Почитайте послание к Фессалоникийцам. Там сказано так. Когда все будут говорить «мир и безопасность», «мир и безопасность», откроется сын погибели. И так он будет править 3,5 года. Я не говорю, что мы сейчас живем в это время. Во время Второй мировой люди тоже думали, что пришел Антихрист. Поэтому я говорю людям, что нужно смотреть немного дальше своего носа. Верно? Некоторые просто не смотрят дальше своего носа. Я не имею в виду смотреть на человека, сидящего в ряду перед вами. Например, я слышал, как люди, называющие себя христианами, говорили на телевидении, что Бог проводит перезапуск или перезагрузку церкви. Я же предлагаю вам смотреть дальше своего носа, хорошо? Я не хочу обижать вас, но я хочу спровоцировать вас, чтобы вы использовали мозг, который дал вам Бог. Например, одна только бубонная чума, которая была много лет назад, уничтожила 40% населения Европы. Вы знали об этом? Что же Бог хотел сказать этим? Ничего. Это была попытка сатаны уничтожить человечество. Черная чума, бубонная чума. Они уничтожили 40% населения Европы. Потом был испанский грипп, эпидемия гриппа в 1918 году, который убил почти 70 миллионов человек. Если бы в то время были соцсети, то многие сказали бы, что говорят многие из вас, да, эра церкви закончилась, а эра церкви не закончилась. Каждый раз Богу приходилось возрождать свою церковь. Бог каждый раз восстанавливал свой порядок вещей. Богу не нужен вирус, чтобы строить свое царство. Богу не нужен вирус, чтобы привести к себе людей. Библия говорит, что благость Божия ведет людей к покаянию. Бог не ошибся, когда в день Шавуота создал церковь в соответствии с божественной моделью. И тогда за один день спаслись 3000 человек. Поэтому великие церкви, великие крусейды и большие толпы на собрании. Все это еще впереди. Вот почему сатана хочет остановить движение Бога с помощью мира и безопасности. Когда Бог движется, Он движется в силе, и ни одна полиция или силовая структура в мире не сможет его остановить. Никакая боеголовка и никакая бомба, потому что Божья любовь сильнее. Поэтому я прошу вас, говорите не то, что думаете, а то, что говорит Библия. Слава последнего дома будет больше, чем слава первого дома.
Иерусалима. Бог сказал: «Я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Он придет за славной церковью, победоносной, занятой делом, а не прячущейся или спящей. Он придет за церковью, которая занята делом. Она ждет его и выполняет волю своего Господина, опустошая ад и заселяя небеса. Скажите «Слава!» «Аллилуйя!» или что-то на своем небесном языке. Разжигайте этот дар, этот огонь внутри себя. Люди думают, что дьявол определяет будущее церкви. А вот почему я заявляю, что никто не загонит нас в угол. Мы уважаем наше правительство, мы молимся за него, подчиняемся ему, но мы не будем подчиняться никаким инструкциям, что противоречат Слову Божьему. Я буду повторять снова и снова, есть огромная разница между подчинением и послушанием. Как хороший гражданин своей страны, я подчиняюсь тому, что говорит мне правительство. Хотя иногда мне, как и вам, нужно спасение в некоторых вопросах. Если жена или муж предлагают вам сделать что-то безбожное, вы имеете полное право сказать: «Я люблю тебя, дорогая или дорогой, но нет». Если ваш муж говорит: «Больше не ходи в церковь», вы отвечаете: «Я люблю тебя, но Иисуса я люблю больше, поэтому увидимся позже. Я ушла в церковь». Мы не можем забиться в угол и думать, что Бог принесет в нашу церковь пробуждение. Дорогие телезрители, сейчас я вынужден буду с вами попрощаться, но не уходите далеко. Спасибо за то, что были с нами. Собрание наше продолжается. И продолжение вы можете посмотреть на одной из платформ в соцсетях. Но я очень хочу сказать вам, что вы ценны, и Бог очень любит вас. Иисус пришел сюда по единственной причине — из-за любви к нам. И вы смотрите сейчас эту программу не случайно. Бог привлек ваше внимание. Возможно, ваше сердце разбито. Я не знаю вашу историю, но Он знает. Ему есть до вас дело. Иисус любит вас настолько, что если бы вы были единственным человеком на планете Земля, то Он все равно умер бы за вас. А когда Он умирал, Он думал о вас. Вы важны для Бога. Ваша жизнь важна для Него. Ваше будущее важно для Него. Именно поэтому Иисус висел на том кресте. Возможно, за время пандемии вы, как и многие люди, потеряли себя, охладели, и как блудный сын ушли из дома отца. Возвращайтесь сегодня к Иисусу. Вы можете сделать это прямо у себя дома, в гостиной или на больничной койке. Вам не нужно бояться смерти. Бог проведет вас. Бог пронесет вас через эту долину. Я обращаюсь к кому-то, кто сейчас в больнице. Бог пронесет вас на руках. Вам не нужно бояться. Забудьте о страхе. Но в одном вы должны быть уверены, в том, что вы примирились с Богом. Поэтому прямо сейчас положите руку на сердце и скажите: «Господь Иисус, я отдаю Тебе свое сердце, я открываю перед Тобой свою жизнь и приглашаю Тебя войти. Я принимаю Тебя своим Господом и Спасителем. Спасибо за то, что Ты умер за мои грехи и воскрес. Сегодня я все отдаю Тебе. Во имя Иисуса. Аминь». Сейчас на экране вы видите адрес. Если вы произнесли эту молитву, то свяжитесь с нами, пожалуйста. Мы хотим вам помочь. Мы хотим дать вам Библию и связать вас с другими верующими. У нас есть церкви и связи по всему миру. Мы хотим помочь вам расти в отношениях с Богом. Спасибо за то, что смотрели нас. Божьих благословений. Люблю вас и обнимаю.